С 15 по 31 января в социально-культурном центре «Луч» прошел конкурс декоративно-прикладного творчества русских народных сказок «Чудесной страницы». Целью данного конкурса является стимулирование творческой активности обучающегося, приобщение молодого поколения к духовному богатству отечественной культуры и повышение интереса к литературному и театральному творчеству. В конкурсе поучаствовали более 180 воспитанников детских садов, школ и СУЗов. Вместе со своими педагогами и родителями они подготовили работы в разных техниках и по разным номинациям. Работы участников оценивались по разным возрастным группам, по нескольким номинациям. Сказочная композиция, портрет сказочного героя, атрибуты сказок, сказочная архитектура и сказочный транспорт. В ходе проведения конкурса членами жюри были выявлены победители и призеры, которые будут награждены дипломами за первое, второе и третье место. Победителями данного конкурса стали более 80 человек. Из их работ, из лучших работ конкурса, была организована выставка, которую сможет посетить каждый с 1 по 15 февраля.